Купил на Жербесте чехол овальный для наушников. Такой достаточно интересный. И потом подумал, а зачем они туда ложить наушники? Ведь можно туда положить купюры, печать, ножик, флешку, две медных шайбы, а может быть даже и три. Ключи. Стерку, батарейку и, конечно же, болт. Это все закрывается аккуратно. Аккуратно. Очень аккуратно. И все очень компактно лежит. Так что подумайте, для чего использовать этот чехол? Для наушников или для этой кучи вещей?